И всем привет, дорогие друзья, с вами Денис, и это игра Craft the World, шестая серия. И как я помню, в предыдущей серии был экшен, и я еще обещал очистить мир. Давайте же нажмем на старт, как же еще. Ах, итак, вот мы в игре, давайте мочить этого призрака, зомби мочите. Я не знаю, что еще делать. Ох, ло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 лol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 
Сейчас разберусь, короче, продолжу. Итак, вот, мы продолжаем, короче, давайте почистите зомбика. И, кстати, надо сейчас всем, типа, сказать, идите спать. Чтобы все было, так скажем, круто. И да, кстати, как я говорю, как я обещал, я это говорил, то, что буду все вот это вот очищать. Вот это вот все очищать. Ну да, в принципе, это что ж надо. На самом деле, эти пригорки меня немножко спасали, вот, например, таких гадин. Ну да ладно. И так норма. Даже скажу больше, так лучше будет, да. Именно. Так, ну его тоже, естественно, мочись. Но это чуть позже. Да, так будет намного быстрее, пока они вот так вот, вот так вот. Ну, намного быстрее, согласитесь. Так, сейчас, погодьте, погодьте. Такая пауза небольшая, я знаю, да-да-да. Это моя вина. Да даже не вина. Это все к лучшему. Ах, так, лол. Я не знаю, как это не потом до бандикам. Хоть бы не сбилась запись. А, фух, запись не сбилась. Повезло, то по-моему, я помню, в какой-то игре это менял расширение экрана, и там запись сбивалась, а здесь нет. То есть не расширение, а просто так. Ну, ладно, ну да ладно, да. Давайте, мочите его. Чего вы такие каклалки, а? Да, здесь все очень печально у нас. Надо будет какой-нибудь... Давайте посмотрим, может быть, у меня есть какой-нибудь светильник на подставке, который я могу поставить как-нибудь, чтобы он не мешался. Ну, или какой-нибудь, я не знаю, костяной факел. Чем он отличается от обычного? У гномов ничего не хранится просто так. Даже кости скелетов с листья ходят, находят свое применение. А, ну, то есть... Пофаниться, что ли? По-моему, я помню, был какой-то факел такой на ножке, который стоял. По-моему, он в светильниках. Да, наверное, именно это я тогда назвал факелом. Осветительную стойку какую-то. Ну, допустим. Хорошо. И копать. И здесь тоже копать. Будем делать плоский мир. Все это снесем к чертям. Ля-ля-ля. Какая там книжка? Книга мага, офигенно. Знаете, наверное, это озеро оставлю, ибо оно мне воду приносит. У него был хороший выбор, куда бы пройти. Знаете, ну, по крайней мере, вот я скажу вот это вот, да, как бы. Вот это я все снесу. Вот так вот. Чтоб все было круто, да. И заставлю здесь землю. Так, здесь земля, заменить песок, построить земля. Да, давайте заменим песок. А, нет, слушайте, лол-лол-лол. Нет, построить земля. Если я песок изменю, тогда это вот этот задний план изменится. Ну, по идее. Построить земля. Ах, у порти ничего нету. Так, здесь тоже построить земля. Так, давайте, я не знаю. Ах, ладно. Хочется опять отложить на потом все дело. Давайте хотя бы их, что ли, задубасим, я не знаю. Так, и еще, наверное, на несколько там. Так, давайте его уничтожим, мы это уничтожим. Там, не знаю, дерево снесем, да, тоже. Так, и всю пшеницу, естественно, тоже. Этому вообще кто пофиг, мы его дубасим. Он такой, а-ла-ла-ла. Мне вообще кто пофиг. Вы же его заубили. Ах, лол.
Не. Да так, ладно. Ну да, давайте всю пшеницу рушите, фермерство, ура, фермерство. Знаете, фермерство это тогда, когда вы приходите к врагу, уничтожаете все его посевы и вам дают за это фермерство, да. Офигенно, да? А, клещ. Или жук, я так все-таки не разобрался, кто это. Но написано, по идее, что это клещ. Большой клещ. Здесь, смотрите, скелеты пытались ко мне что-то вроде забора сделать. Это на самом деле не должно быть здесь. Давай, руби дерево, плиз. Они их кинжалами рубят. Молодцы. Логично ничего не видел, именно. Офигенно, у меня планы, да? Даже никто не отдыхает, все часы работают. Красавчики. Просто им делаем работу. Так, что, да-да-да, вот так вот здесь будет идти. Но, на самом деле, здесь просто будет равнина. Ну, то есть, как бы я сделал равнину, да. Здесь озеро будет, здесь озеро тоже будет. На самом деле, нет, я это озеро уберу, и, потому что здесь будет у меня фермерство от деревьев, да. И это тоже надо убрать, здесь будет у меня земля. Ну, так же, как и здесь, все землей застраиваем. Так, лишь бы все работали, это самое главное, чтобы продуктивность была максимальная. Так, с этого озера застраиваем, так, с этого ломаем. И здесь-то рыбалка. Добыть воды. Добыть воды, все, добываем воду. А, я-то думаю, что они вплавь идут. Я же им эти не дал. Портал, он, видите, там вверху такой висит. А, я портал. Да. Построить земля. Давайте здесь еще один портал откроем. Так, здесь камень надо добывать, копать. Ну давайте, собственно, гномы. Работайте. А, дождь наступил. Лол, здесь он есть? А здесь нету. Вау. Странность. Но это круто. Ну да, здесь тоже нету дождя. И здесь его нету. Ох, нифига себе, деревьев, надо будет сюда сходить как-нибудь. Да. Так, ну давай сюда порталом поставим. Чтобы все было намного быстрее. Эх, воды, воды, как много все-таки ее. Так, что, сколько у меня там работает? 3. Ну, если не работает 3, значится. Можно открывать сюда портал и сказать, говорить им, чтобы они это все ломали, крушили и так далее. Так, на самом деле, вот так вот, да. Чтоб все было круто. Так, да, будем серии, на самом деле, это. На самом деле, наверное, я следующую серию тоже буду заниматься, ну, всякой фигней наружу. А потом пойдем в шахту и добудем там что-нибудь крутого. Я им сделаю броню. Эта вода меня пугает. Слушайте. Она странная. Че, эти здесь рубят? Да, эти здесь рубят, молодцы. Так, с ним надо это побольше сделать. Нет. Вот так вот, вот, да. Они сейчас пройдутся здесь, будут там стоять. Это разрушит, в итоге поставить здесь факел, все будет круто. Вау. Да, слушайте, моя стратегия сработала. Давай факел. Да, здесь факел. Здесь факел должен быть. Факел. Все. Давайте, не ломайся этого. Не надо. Все, молодцы, теперь это рушите нафиг. Фух, наконец-то я разобрался с этим. Ой, эти, кстати, скоро воду сюда заберут. Молодцы, молодцы.
Вот вам еще портал. Так, что там с деревьями у меня? Так, здесь тоже все замечательно. Не работает ноль, и поэтому, наверное, здесь никто ничего не собирает. Так, давайте, наверное, еще портал сделаем. Так, здесь листик. Вау. Такой офигенненький домик у меня. Так, здесь, на самом деле, немножко зафейдился, ну да ладно. Дождь. Черт, ну вы воду-то собираете. Так, ну-ка, что одеть-то? Так, с этого дубинка есть, у всех дубинка есть. Вау, у меня их тут много. Так, с этого оружия нету. Вот, держите дубинку. Так, дальше тебе шляпу. Слушайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, ну да, все шесть. В принципе, нормально. Так, с этому. Ага, окей. Ну окей, у меня у всех оружие есть. Так, с кирки. Кирки не у всех нету. Короче, кирок нету. Так, сколько там надо кирок? Раз, два, три. Окей, три кирки. Да, железную. Ибо нефиг им каменные делать. Окей, окей. Две кирки. Ну и одну давайте каменную все-таки сделаем. Каменную киркуем. Вот так вот. Так, с каменной кирку можно сразу им давать. А вот лесорубу. Дам каменную кирку. А кирки придется подождать немножко. Пока их там сделают, все дела, ну вы знаете, да? Так, сразу 3, 4, 5, 6, 7. А у меня 7 кроватей. Это круто. Очень круто даже. Так, давайте, собирайте здесь воду. Так, что у нас здесь дерево? Так, дерево тоже здесь. Так, да, дерево тоже здесь дофига. Шишек и всяких других растений. Так, наверное, стоит это тоже сломать будет. Так, скирка. Укрепите вооружение. Постройте кузницу, чтобы покупать более крепкие доспехи и вооружение. Отлично. Так, наверное, давайте на пробел нажмем. Так, у этого здоровье полное. У этого здоровье тоже полное. У этого. У всех здоровье полное. Ну, это нормально, нормально. На самом деле, круто. То, что у них у всех здоровье полное. И даже хорошо нет. Ну, в принципе, тоже хорошо, то, что они все работают. Но все-таки это, на самом деле, плохо. То, что гномов не хватает, получается, да? Так, две кровати. Давайте сделаем столы. Чтобы было место, куда еду ложить, чтобы они ее брали. Ну, и ели, естественно. Так, думаю, два стола им будет достаточно. Вот сюда вот. Да, замечательно. Так, если надо будет сейчас еду, на самом деле, им давать. Делать. О, сегодня работает три, это на самом деле тоже хорошо, потому что... Я все выполнил, да, и надо им придется давать. Надо им давать новые задания, чтобы... Они не расслаблялись. Так, здесь тоже круто. Так, смотрите, водичку так нормально убрали, да? Так, добыть воды. Добываем воды, что вы? Гномы. Воды добываем. Ночь, пофигу, добывайте воды мне. Чтобы много воды было. Ах, так, бейте его. А, вообще всем-то пофиг на него. А, зомби, ну и ладно. Здесь тоже зомби, тоже убейте его. Да он справится, чё вы? Не кипиши, братиши. Не работает один. Кто же это? Так, да, кстати, я им хотел это сказать, типа, чтобы они идут, делали яичница. Уголь. Я не знал, что в яичницу надо добавлять уголь. Ну, хорошо. Так, с яичницы. Потом дальше, жареное мясо. 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 У меня нет мяса, что ли? Ах, лол. А, нет, вот мясо, лол. Слоупок. Слоупок нет. По идее, это не... Да. Хорошо, ладно. Так, с мясом им.
и салат из свежих листьев. Яблоко и листья. Ура! Основу технологии этой готовки сделал. Ах, так, что еще? Переработка. Ну, мне надо пропуск стали что сделать, чтобы переработка была доступна. Ну, в принципе, нафиг мне это. Вот это вот, да. Все, обработку стали надо срочно переходить, чтобы там это у меня открылось. Так, садись. А, новый уровень. О, мне еще, кстати, один тотемчик дался. Не знаю, зачем, почему и как. Так, давай гнома спавни. Так, население выросло. Замечательно. Так, себе кирка. Пловец. И тебе, шахтер, кирка! Шахтер без кирки. Куда логичнее. Я, кстати, видел, там у меня был лесоруб без этого топора. Так, все замечательно. Так, теперь надо последнему дать вот это вот. И шляпу сейчас надо будет ему дать. Так, ну дубинку я смогу, в принципе, сделать. Это как бы... Хотя я все остальное смогу сделать. Так, с дубинку. Дальше. Каменная кирка. Такс. И что еще? А, да, это точно. И шапку. Это самое важное. Такс. Вот, все и нормально, и все и хорошо. Так, смотрите, держи кирку, держи дубинку и держи шапку. А, ну да. Что-то я как-то... Так, давай, тут яичница у нас, так создать надо будет еда. Так, что у вас есть? Ягода, салат, вот салат свежей зелени надо будет вот так вот. Положите им на столике салаты. Приготовьте еду, ура. Ура, 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 ура. И, по-моему, я видел, мне дали что-то очень крутое. А, блин, почему мне показалось, было не деревянный шлем, а каменный. Ой, даже железо, да-да-да, вот такого цвета был. Железо. А. Ну, а что, только ты там еще еду готовить будешь? Ну да ладно, дерево технологий. Так, что здесь у нас? О, да. Зачем я это сделал, не знаю, но... Но-но-но-но-но-но-но-но. Мне еще далеко идти до какого-нибудь, например, такого, да. Чтобы вот железо, дубинки. Давайте все, следующий... Нет, наверное, в следующей серии... Я как хотел, да, в начале этой серии, чтобы в следующей серии... О, боже мой. Чтобы, в общем, в следующей серии я пошел... и это все равнял, да? Но я, наверное, не буду это делать, потому что готовиться надо к следующей волне. Она будет скоро. Ну, в общем-то, а если здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Денис, и это 6-я серия Craft the World. Всем удачи, всем пока!